Я читала о том, что ты человек позитивного взгляда на вещи. Ну, смотря на какие вещи. В принципе, на глобальное устройство вещей позитивного, скорее не позитивного, а реалистического. Потому что во всем негативном, то, что стало негативным в процессе какого-то оккультуривания естественных процессов, как то смерть, рождение, скажем, хирургические операции, все это культуривается, и человечество бежит подальше от того, чтобы видеть все это. Мы на это смотрим совершенно естественно, потому что это на нормальные вещи, и то, что мы умрем, это нормально. Каждый знает, что он умрет, хотя в последние минуты в это не верит. Мы об этом стараемся говорить нам как можно искреннее и спокойнее, хотя, естественно, нам не хочется приближать эту печальную дату. Мы реалистично смотрим на вещи, и поэтому, как нам кажется, что в этом мире наравне с негативом есть огромное количество позитива, и нас это привлекает. И мы пытаемся находить позитивные вещи даже в самых негативных моментах, и негативные в позитивных. Кинчев недавно сказал в нашей программе следующее. Нугманов после Яхи и после всего стал совершенно толстым и совершенно беспонтовым человеком. Вы же вместе работали над Диким Востоком. Вместе работали над Диким Востоком. Я не знаю, мы не были с ним знакомы в тот период, когда он снимал фильм «Еха». Мы познакомились в тот период, когда он только что снял фильм «Игла». Мне трудно сказать, потому что Рашид по своему характеру человек очень ленивый, очень талантливый при этом. Такой нормальный казахский бай. Вот. Ему нужно, чтобы на него действовал в ситуации, чтобы он был поставлен в такую ситуацию, чтобы работать с максимальной отдачей. Когда этой ситуации нет, то он ничего не делает, он лежит на диване. Может быть, именно такая ситуация и производит впечатление на не очень хорошо знающих людей, что вот он такой беспонтовый. Нет, он читал один человек, я читал несколько сценариев, которые, вот, насколько я знаю, купил Голливуд в последние годы. Мы, когда мы бываем во Франции, мы все время с ним встречаемся, он живет в городе Тур, в 150 километрах от Парижа. Он всегда находит время, чтобы приехать к нам в Париж, если мы в Париже, или мы, когда в туре, мы его навещаем. Мы часто бываем в его стране, в стране сегодняшнего пребывания. Я не думаю, что он беспонтовый человек, просто он сейчас, видимо, копит какие-то силы. Я его понимаю в том, что он сейчас не находит каких-то условий и, наверное, желания в своем сердце для того, чтобы сейчас работать в кинематографе в этой стране. Пуля пролетела, улетела, мой товарищ упал. И не было ей дела до того, что он хрипел и стонал. Она исчезла в небе, он не курит, в принципе, и не пьет. Его цветное фото будет тенью рикошет с комод. Ага, 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 эй, ага.
позади, ага, остался корчиться дым. Ага, потуже пристегнул основной, сейчас займусь запасным. Ага, сиреневых небес я на корыте еще не бывал. Ага, осталось потянуться, а порожки ты достольный металл. Ага, ага, конечно, вот я был похожим на себя. Очень коммерческое кино, фильм Сережи Винокурова, любимого ученика Сокурова, ленинградский режиссер. Он снял фильм про вурдалаков, фильм называется «Упырь» по сценарию Сергея Добротворского, очень известного в стране кинокритика, к сожалению, уже покойного, уже почти месяц как. Фильм о том, как вурдалаки, вампиры проникают в бандитские структуры. В общем, там, в общем, боевик, замешанный на бандитских и вурдаласких вещах, очень смешной. Вы работаете как актер или саундтрек? Мы работаем, работали в фильме «Упырь» как только автором музыки. Мы писали саундтрек. И вот сейчас только что, мы буквально вот на этих днях, мы закончили работу над музыкой к фильму Саши Баширова. Может, помните Баширова по «Игле», по «Аси», по другим фильмам Соловьева. Он снял хороший полнометражный фильм. Он называется «Железная пята олигархии». Снят по Джеку Лондону, по мотивам Джека Лондона. Очень забавное кино от некой мессии новой революции уже в наше время. Почти библейская история. В ней снимаются все абсолютно девочки из группы «Калибри», Сережа Кагадеев из группы «Ном». Есть наши пару эпизодов, мы играем с соратников, извините за богохульство, неких апостолов вот этого мессии, которого, собственно, играет сам Баширов. И наша музыка там звучит, она очень похожа на то, что мы делаем обычно, типичная киномузыка, с привлечением серьезных академических музыкантов из Мариинского театра, из оркестра старинной музыки Татьяны Гринденко. Вот это то, чем мы занимались вот последние два месяца. Вот и нас наталкивает на ту мысль, что кино возрождается, и, собственно, мы это видим, как студия Горького, в основном это студия Горького в Москве, которая вкладывает очень серьезные деньги в развитие питерского кинематографа тоже, потому что в Петербурге очень хорошая школа малобюджетного кино, люди знают, как снимать неплохое кино за очень маленькие деньги. Текила джаз. Сам. Бой,
Я думала, что вот текила-джаз, снявшись в «Диком Востоке», и Стинг в фильме «Дюна» предпочитают жанр фэнтези, вот как бы в кино. Нет, нельзя так сказать? Нет, но жанр фэнтези в «Дюне» очевиден. Вот, кстати, самый неудачный фильм Дэвида Линча, одного из наших самых любимых режиссеров. «Дикий Восток» — это пародия на вестерн. Если вы обратили внимание, «Дикий Восток» — это ремейк, по сути, это ремейк «Семи самураев», то бишь «Великолепной семерки», которая, в свою очередь, ремейк куросавовского «Семи самураев». Это вестерн, а в случае «Дикого Востока» это истерн, так называемый, поскольку снимался на казах в фильме в киргизских степях, но практически на побережье Иссык-Куля. Хотя Иссык-Куль там ни разу не появляется в кадре, что было очень сложно сделать для оператора, потому что практически весь фильм снят на берегу Иссык-Куля. Никакого фэнтези здесь нет, а то, что я назвал чуть раньше, это один фильм, который чистый боевик с вампирским оттенком, а последний — это просто абсолютно советское кино, вернее, стилизация под советское кино с явными цитатами из таких столпов просто мирового и советского кино, как Эйзенштейн, как Довженко. Там просто есть прямые цитаты, например, из фильма «Земля» Довженко или из фильма «Коммунист», всем известно, или из фильма «41-й». Там есть цитаты, вернее, такие вот, ну, для киноведов понятные вещи. Как... Ну, процитируйте, не для киноведов. Нет, например, все помнят фильм «41-й», я думаю, что помнят фильм с очень трагичным финалом, когда она убивает своего любимого. Нет, там именно изобразительные какие-то вещи, то есть то, что вот в кадре, то, что вот оператор берет... Оператор вот этой камерой берет и показывает народу, и как все это преломляется. Нет, это на самом деле изобразительная вещь. То есть иногда Саша Баширов в своем же собственном фильме выглядит как Матрос Вакулинчук из «Броненосца Потемкин». Там, конечно, в этом фильме нет пресловутой Потемкинской лестницы с колясками и так далее. Там есть просто какие-то вещи, которые... абсолютно точно относится образованная европейская кинокритика к советской именно киноклассике. Вот. И в музыке, которую мы делали к этому кино, мы тоже старались следовать этой же тенденции. И там можно увидеть не только не цитаты, а параллели, скажем, с Анджело Бадаламенти или с Майклом Найманом, с нашими любимыми киномузыкантами, которые работают с Дэвидом Линчем и с Питером Гринвеем. Также там есть явная пародия на музыку Эдуарда Артемьева, например, к фильму Михалкова «Свой чужой среди своих». Ну, к таким вот вещам. Нам это интересно, это игра уже в умершей, давно уже как умерший постмодерн, в таком преломлении, вот сейчас в революционном, очень, кстати, провокационного характера.
нас увлекло, и вот мы этим занимались последним. Так что никакого отношения к фэнтези вот наше сейчас сотрудничество с кино не имеет. Что Франция со своим традициям шансона как-то не очень ложится вот на вашу агрессивную, провокационную несколько манеру игры? Это проблема того, что точно так же, как во Франции, очень мало знают о нашей музыке, вообще о нашем искусстве, если это не какие-то официальные вещи, которые там известны, либо не очень модные, авангардистские течения. Точно так же у нас не очень хорошо знакомы с французским искусством. Например, отличный прорыв. В последнее время группа Daft Punk, которая везде стоит в хитах. Это французские ребята, которые играют очень смешную техномузыку и везде очень популярны. Нет, там очень много хорошей музыки, и мы всегда приходим там ко двору, как правило. То есть у нас там большое количество друзей. Наш менеджмент во Франции, это менеджмент, если мне скажут вам, что это имя или нет, это менеджмент группы Noir Désir, это очень известная во Франции группа. Это, если есть проводить аналогии по социальной значимости, по социальной и культурной значимости в стране, это французский ДДТ, скажем. То есть группа, которая во Франции занимает примерно ту же нишу, что у нас занимает группа ДДТ. Такая национальная рок-группа, которая поддерживает банковскую систему, которая любит правительство. Вот такие вот вещи. Их менеджер, очень симпатичная девушка, она занимается нашими делами тоже сейчас. И во Франции нам очень сильно помогает. Когда у нас был вот полтора года назад не очень удачный тур, то есть он не сложился по... Прям сложился по всем статьям, но там было несколько пролетов чисто материального толка. То есть были некоторые несогласовки в оплате там, того сего, аппарата и так далее. В общем, столкнулись с материальными проблемами, находясь в глубине Испании. Наш тур был подготовлен европейским вот этим агентством, которое занимается Noir Désir. Они нам помогли очень серьезно и безвозмездно. Ну, французы есть свои приколы, когда у них все это замешивается на традициях национального шансона. У них есть такая фирма звукозаписи, называется «Бушери» в переводе «мясная лавка». Ну, «Бушери» — это «мясная» в переводе. Вот. И там группы, которые, похоже, отдаленно напоминают группу «Ноль». Вот рок-н-ролльные какие-то традиции, опять же, традиции электронной музыки, вместе с традициями глубоко французскими, вот такого вот, городского шансона, рождают великолепные вещи, а у них же огромное количество еще этнических проникновений из Алжира, из Марокко, то есть в мигрантской среде, вокруг Монмартра огромные просто. Гарлем, как в Нью-Йорке, там. Монмартр, центр города, район Барбес находится прямо в центре города. Там арабский квартал, куда обычные буржуа не заходят никогда. Мы очень любим туда ходить, у нас есть там друзья арабы. И там своя музыка, музыка под названием «Рай», и она смешиваясь с музыкой техно, как правило, в последнее время, рождает великолепный результат и очень хороший получается проект у них.
MC Solar, французский рэпер, который единственный, который стал популярен в Соединенных Штатах Америки. Я читаю рэп исключительно на французском языке. Он же до сих пор живет в пригороде Парижа, в новостройке, никуда не собирается уезжать. Ну, там своя культура, мы с ней очень плохо знакомы, эта страна ничего не знает. Она знает Патрицию Касс, которую во Франции почти никто не знает. У нас любит Мирей Матье до сих пор, которая всегда была звездой, ну, в общем, никогда не была звездой. Джаз это? Тил джаз это. Три человека, которые постоянно ездят на велосипедах, развлекают друг друга хорошими историями и приносят друг другу кучу новостей в виде всякой музыкальной и литературной информации. Ежедневно, ежечасно. И потом все это перерастает в какую-то музыкальную программу, которую не очень часто нам удается довести до слушателей вовремя. Я имею в виду в виде аудионосителя. Это все. Текила джаз. Текила джаз. Текила джаз. Текила джаз. Текила пьет джаз. Текила джаз.